интересно то, что я рассказываю. Это должно быть в каждом саду уже и стать нормой. Так, теперь. Урал — страна волшебников. Приходит ко мне от этого самого, от Николая Георгиевича, вот это вот фильм, и приходит вот эта фотография. Одна. Нет, это я сфотографировал с фильма. А вот его фотография. Поздравляю, Персик. Теперь, почему я уже подумал так, я рассказываю про двух уральцев. И тут раз фотография сыграет. А он опять уральец, а он опять Челябинская область. Думает, ну, я не имею права сказать. А что-то многовато вас этих Челябинской области на Урале. Это самое. И вот я тогда думаю, да расскажи пару добрых слов про Николая Ивановича, Николая Георгиевича. Вот. Уникальный человек. Вот это Латинков, это Сергеев, это Долматов. Вот. Это самое, это, знаете, какие, ну, динозавры. Это такие мастодонты. Это такие, знаете, вот. И я просто, ну, не могу, ну, как так? Не сказать пару добрых слов о уникальном человеке. Вот. И мне всегда удивляют люди, есть связь, нет. Мне кто-то когда-то говорит, это у вас вот такие удачи, потому что у вас руки, вот эти вот пальчики, да, этими руками они у вас излучают или как там энергетически заряжены, а у других не получится. Вот. А посмотрите, какого уникального я вам представляю. Он эзотерик. Я его обзываю эзотериком. Он согласится или нет? Так, но я выбрал, смотрите, вот это вот, чтобы, так сказать, полная картина была, кто такой Николай Георгиевич. Он не только садовод уникальный. Смотрите, я набрал, что такое эзотеризм. Совокупность знаний, сведений, недоступных непосвященным, несведущим мистических учений людям, особых способов восприятия реальности. Вот. Я бы померил сейчас свое биополе, наверняка метров 5 или 10. Но это уже другая тема разговора. Ладно. Но не мог я удержаться, не показать вам. Вот его результаты. Вот его персики. А это вот, я уже наткнулся на эту картинку. Смотрите внимательно. Латинков. Его жена Галя. Так. Ну, это я вроде. А вот это вот еще один уникальный. Уралец. Долматов. Валерий Александрович. Вот. И вы знаете, как бы я ни старался, сколько людей я раскрутил, сколько благодаря меня узнали. Но так уж получилось, что он меньше всех. Я потом узнаю, а у него какой-то уникальный сорт того. Скромность невероятнейшая. Здесь еще Людмила Иванова, его супруга. Вот. За компанией хватает. Это мы все вместе были там. Вот. Ну, я уже думаю так. А покажу я вот эту вот лакмастику Долматова. Дело в том, что это все сами прочтете. Так. И, наконец, думаю, да нет, это обязательно надо было сейчас прислать фотографию Людмиле Андреевне. Что она мне прислала? Смотрите. И говорит мне, это персик, я получила посылку от вашего сына. На Урале у всех ГСУ, их там не одно. Эти, сколько персиков? Кажется, ну я не слышал. И вроде бы как ерундой занимаемся, да? Посмотрите, как еще раз надо вспомнить Чебыкина Людмила Андреевна. Я не могу тут написать ни явки, ни пароли, потому что они уполномочены. Но на будущее я специально так сделал, чтобы всем объяснить. Ребята, присылайте фотографии и пишите. Показать, не показать. А если показать, то вам надо, чтобы про вас узнали это. Вот как получилось прекрасного Макарова Алексея. Вот. Помог я ему раскрутиться. И поехали к нему. Не поедет он на рынок и не будет там стоять. Некогда ему этим заниматься. Не царское это дело. Вспоминайте этот самый... Господи, там... Ну, короче, Подмосковье... Подмосковье... Уже успел забыть этот. Вот это память. Ладно,
кто спросит, как он ближе ехать. Или чуть позже скажу. Так, может, в перерыве вспомню. Но у меня в памяти Обнинск. 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 Вот так, теперь. И вот что интересно, да? Я полюбовался, все. Обратите внимание. Вот она прививка, вот они, эти самые. Быстрое плодоношение где-то получается на третий год. И вот посмотрите. Человек уже, наверное, знает, что не дай бог отрезать вот это вот все. Сразу рано, морозостойкости нет, на Урале бы он бы умер. Когда эти странные люди отучатся сами делать штампы вот такие и всю страну научить. То есть, по идее, развилка уже отсюда должна начинаться. А? Сколько этих самых вреда нанесли? Вот. А все, что, ну, что надо-то было? Ну, посадили. Ну, не стало резать. Сергей, наверное, вот здесь вот наверняка пень, наверняка он обрезал, когда засовывал посылку, наверняка. Вот. А осталось только посадить и растить. Ну, вот, пожалуйста, персик на Урале. Вот. На Урале, Курганская область. И вот что интересно, мне прислали вот эта одна фотография. Видите, как странно обрастет абрикос манжурский. Вторая фотография, опять странно растет. И третья фотография, опять странно растет. Дело в том, что я по телефону уже объяснил. Не пугайтесь. Это не уроды, это тот же манжурский абрикос. Когда отрезает часть этого самого центрального проводника, ему деваться некуда. Он начинает вот так расти. Вот и все. Это свойство идет от природы. Мы-то отрезали, а в природе, ну, нормально, самая какая часть беззащитная. Вот. Ну, конечно же, верхушка. Верхушки чаще всего повреждаются, чаще всего отмерзают. Туда в последнюю очередь доходит тот самый сок. Чем выше, тем труднее, выше труднее. И тогда дерево спохватывается. Караул, заметьте. Я становлюсь на место дерева. Караул. Вверх. Это от природы еще раз. А отрезали, это как бы тоже уничтожили возможность роста вертикального. Нет уж, я буду расползаться. Потому что мне иначе нельзя. Вот. Получила предупреждение. Верхушки караул нету. Будем ползать, расползаться. Вот. Еще раз глядите. Совершенно нормальные деревья. Совершенно нормальные, но расползаются. Ничего, не удивляйтесь, так надо. Успокоил я даму, идем дальше. А вот эти, опять смотрите, еще присылают фотографию, ну, прислал человек, ну, не мог я, ну, ничего не похвастаться, где-то же мое или Сергея. А нет, косточки он заказывает. Фото ваших персиков. С косточки или... Ну, ваших персиков. Или у Сергея, или у меня. Косточки купил. Или у Сергея саженцы. Посмотрите, как здорово. Посмотрите, штамба нет. Поздравляю. Поэтому и дерево есть. Вот понимаете, в чем дело? Приземистое все. Раскидистое. Это и должно быть так. Но эти опять неудобно их обзывать. Но они все вот прямо. Ну не могут. Это касается самых нежных культур. Персик, черешня. Помните, как я ругал этих самых специалистов? Вот. Ужас какой-то. Вот. Опять же, ран нет. Вот поэтому и плодоносит. Единственное, что я не знаю ни фамилии. Надо же там где обычно пишут или фамилию, или прозвище, или адрес. А там просто раз, тире, и больше ничего нет. От кого пришло, не знаю, но пришло. И все равно приятно. И даже текст есть. Я по поводу косточек 19-го абрикоса. Он по поводу косточек урожая 2012 года. Вот. И персика. Это уже заказывают. По 10 штук, если есть. Вот. Персика будет так мало, что даже не мечтайте про косточки. Вот. Вот фото ваших персиков. Третья весна. Ну, что скажу. Поздравляю еще одного человека. Вот так и расползутся в России. Только сильно медленно, потому что нас сильно мало. Вот как уничтожить? Ну, невозможно, когда человек 1 300 000 просмотров подробно все расписал, как уничтожить дерево. Уничтожить. Не то, что там это безобидно или там
плюс на минус. Нет, именно уничтожить, да? Вот. 1 300 000. Ловить нечего. Не перевернем мы это. Помните, вверху у меня там написано. Жду, когда наши придут. Ага, сейчас.